В преддверии Нового года территория перед физкультурно-оздоровительным комплексом «Иртыш» начала стремительно преображаться. Еще вчера особенностью местного пейзажа были 12 совершенно одинаковых снежных насыпей, а уже сегодня они начали приобретать необычные очертания. Причиной тому – конкурс снежных фигур, объявленный администрацией района. В течение нескольких дней каждому сельскому поселению предстоит проявить мастерство и креативность, чтобы создать из обычного снега настоящие шедевры. Конкурс сразу нашел отклик у жителей района. К примеру, у Вацка, Туртаска, Синниковская и Укинская сельские поселения с воодушевлением взялись за дело и уже завершают свой грандиозный труд. А вот остальным сельским поселениям еще только предстоит нанести первые штрихи в свою работу. С особым энтузиазмом изготавливают снежную фигуру представительницы Синниковского сельского поселения. Второй день подряд специалисты администрации трудятся над созданием конкурсного экспоната. Светлана Кошелева рассказывает, что творческие замыслы команды менялись. Сначала мы хотели сделать и волка из «Ну погоди, где он в костюме снегу». Но в процессе вышло так, что мы хотели потом сделать и льва, и в итоге сделали собаку. Светлана Валерьевна отмечает еще один немаловажный плюс изготовления снежного шедевра. Всегда же на работе сидишь там за компьютером или что, а здесь мы на свежем воздухе всем коллективом. Сказочные персонажи из снега изменяются буквально на глазах. Уже через несколько дней фигуры станут достойным украшением территории ФОКа. В воскресенье шедевры оценит конкурсная комиссия. А с понедельника каждый сможет проголосовать за понравившиеся снежные экспонаты на сайте vuvati.ru.